первой серии сериала «Бухта глубокая». После долгих лет службы на Тихоокеанском флоте Дмитрий Гаранин возвращается в родной город Мурманск. Прямо из аэропорта он едет на яхту к другой юности Сергею Лучникову. Но в живых его не застает. Лучникову перерезали горло и выкинули за борт. Под подозрение попадает дезертир, сбежавший из части, которой командует. И еще один друг юности Гаранина Михаил Цветков. На место преступления прибывает начальник гарнизона контр-адмирал Лисицын, отчим убитого, а также следователь Шеховский. Вместе с ними Дмитрий немедленно подключается к поискам сбежавшего матроса. Гаранину активно помогает сестра Сергея, Алина. Посмотреть первую серию вы сможете уже 19 апреля.